Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Я сегодня продолжила ремонт. Два дня мы ходили в лес за грибами, за ягодами, за черникой. Вот. Сегодня погода испортилась, опять пошел дождь, поэтому сегодня я вот занималась ремонтом. Что сегодня было сделано? Стены, вот эта стена и вот эта стена. Плюс потолки я зашкурила, затерла все вот этой теркой. Сетки вот эти, которые идут сюда, они меняются, поэтому очень удобно либо помельче делать, либо покрупнее. Ну вот я затирала самой мелкой. И в принципе получается такое, я не знаю, конечно, так как у меня камеры нету, я снимаю все на обычный телефон. Вот, конечно, к сожалению, что очень жаль, что нет камеры нормальной, чтобы она вот показывала все вот эти нюансы. Знаете, получилось, кто-то писал за, кто-то против декоративной штукатурки. Я тоже сначала хотела просто обои клеить, но потом что-то подумала, ну почему бы и нет. Сгладить все неровности, эти нюансы, которые, в общем-то, мне не нравятся. И обои как-то обыденно, хочется чего-то интересного, новенького и попроще. В принципе, вот эту декоративную штукатурку я потом покрашу и все. В 2-3 слоя. И мне кажется, будет замечательно. И не надо будет просто покупать дополнительные обои. У меня там есть обои, которые я купила, но я их применю либо в гардеробной внутри, либо буду клеить их в комнате. Они мне нравятся, поэтому я просто докуплю и все, точно такие же. Вот, поэтому... Вот стена получилась, знаете как, даже объяснить не могу, она такая, вот как обои, шелковые обои, вот с таким выпуклым рисунком. Но когда вы еще теркой вот проходите, вот, он вот этот сам по себе большой выпуклый рисунок убирается, и получается, ну, очень интересно, очень симпатично. Дочь у меня сегодня загрунтовала стены и потолок, поэтому вот, ну, кажется, какой-то неровности и так далее. Это просто сырые стены. Вот. Мы сегодня все это загрунтовали еще раз, и завтра уже, когда высохнет все, я покрашу. Потолки покрашу, а вот стены, ну, стены, может быть, тоже покрашу. Вот эту стенку я доделала сегодня, прошпаклевала, ну, тоже сделала декоративную штукатурку. Вот. Тоже, кстати, ну, интересно. Мне очень нравится, кстати, как получается. Кто-то писал некрасиво там и так далее. Вы знаете, вот как раз абстракция такая мне очень нравится. И оно такое необычное, и в то же время, ну, очень симпатично. Вот. Так что ремонт продолжается, он не останавливается. Я просто стараюсь уделять время не только ремонту, но и заготовкам сейчас. Пока есть возможность, допустим, пока есть, идут грибы, ягоды, лето, да, продолжается. И, слава богу, пока у нас есть возможность, надо заготовить хоть что-то. Потому что потом, просто потом некогда будет. Вот, поэтому в данном случае, что есть, вот сегодня вот такой был объем сделан. Я зашпаклевала еще внутри этого антресоли, у меня там же антресоль у меня еще есть, она такая вообще была страшная, там я все там пообдирала, все содрала, прошпаклевала. Вот, и потом только там, в принципе, я больше ничего делать не буду, только затру и покрашу в светлый белый цвет, чтобы было чистенько, аккуратненько и все, потому что у меня там все равно вот вещи хранится и будет все это закрываться. Вот, вот такой объем был сегодня работ сделан. Немного, ну, знаете, все равно, хоть по чуть-чуть, но все продвигается. Завтра уже, у меня пока дочь дома, так я хоть ловлю момент, чтобы она с Егором побыла, а я хоть какие-то дела поделала. Потому что вот вчера мы ездили с Егором в лес за грибами. Набрали, кстати, я набрала белых, нашла целую поляну белых. Вот маслята были, ну, уже грибы пошли. Так что нажарили вчера картошки с грибами, вкусненько поели. Сегодня еще даже доедали.
был пол пакета у меня где-то. Корзинки есть, вот надо съездить в гараж за корзинками. Так что грибы пошли. И это тоже радует. Потому что я очень люблю грибы. Ну, у меня семья вся любит грибы. Вот, люблю маринованные. И такие, и сякие. Так что вот. Я сейчас вам покажу, как у меня получилась вот эта стена. И вот покажу сейчас. И покажу потом, после того, как я ее потру завтра. Вот, терочкой. И какая она будет после. Не знаю, ну, идея мне понравилась вот этой, декорировать вот этой обычной штукатуркой. Не надо ничего придумывать. Все это, в принципе, нормально смотрится. Цвет единственное, сейчас думаю, каким цветом покрасить прихожую. То есть я хотела как? Сначала белым, да, все полотно покрыть. Но так как у меня Егор, он со своими машинками, самокатами, все время задевает все время стены, соответственно, у меня белый низ будет скоро черный. Поэтому я и думаю, что как сейчас применить. Там видела разные видео, там золотом покрывают каким-то. Ну, я не люблю вот это вот все. Вот. Может быть, сделать, у меня есть черный колор, сделать чуть-чуть сероватым или чуть-чуть голубоватым. Есть желтый у меня, кстати, колор. Может быть, чуть-чуть желтый, чтобы вот верхнее вот это. Потому что тут как идет? Тут внутри, да, идет прям, ну, как бы ровная, и сверху вот этот рисунок. И получится, что внутри рисунка белая, а вот верх можно сделать каким-то другим цветом. И я сейчас просто думаю, каким цветом это сделать. Желтым, голубым или просто светло-серым. В общем, дайте идею. Может быть, кто-то подскажет, что как лучше сделать. Дочка говорит, если желтым делать, ну, будет как-то аляписто, вся квартира будет разная. Ну, там, балкон у нас бело-голубой, кухня у нас бело-красная. Тут, если будет бело-желтая, то есть, как бы, будет вот такой светофор. Ну, как бы, ну, это же разное совершенно помещение. Поэтому, вот я думаю, все в стилистике в одной сохранить, допустим, бело-голубой, или все-таки разные. Ну, в общем, вопрос вам, чтобы вы мне подсказали. Ну, а так, в принципе, видите, сегодня видео короткое. Сейчас покажу небольшой результат вот, штукатурки стен, как я все это сделала. А вам до свидания, всего доброго, пока! Штукатурка еще сырая, недавно я закончила, поэтому, не знаю, вот видно вам, не видно, вот такой рисунок разный получается. Но прихожая уже вся светлая, вся красивая, уже светлая-светлая получилась. Не знаю, вот как вам показать, чтобы видно было. Вы мне хоть напишите, вам вы видите там, не видите. Нравится вам, не нравится. Ну, кто-то пишет, нравится, кто-то пишет, не нравится. Ну, мяча. Сколько людей, столько и мнений. Сейчас шпаклевка еще сырая, она высохнет. И, конечно, будет вид совсем другой. Огорчает наша страшная дверь. До двери мы, конечно, еще не доходили. Ну, вот смотрите. Видите, какая светленькая уже прихожая получилась. Светлая-светлая. Даже уже просто проштукатуренная, прошпаклеванная, она получается очень светлой. Я люблю, когда все светлое. Вот. Так. Дверь ту я снимать не буду, потому что очень большая, очень, ну, слышимость вообще с коридора, это ужас какой. Вот, поэтому я с ней, ну, именно вторую дверь я имею в виду. Я буду ее доделывать и буду делать ее красивой. Вот так вот, в принципе, как бы, и она тоже будет у нас светленькая. Ну, видите как, я просто еще дверью вообще не занималась. У меня руки просто до нее еще не дошли. Да, вот, видите,
Антресоль я прошпаклевала внутри. Потолки, вот видите, тоже они сейчас немножко влажные от грунтовки, но тоже беленькие. Вот. Сейчас покажу другую. Ну, другую стену вы уже видели. Она еще влажная, сырая.